На Светлой Седмице Святейший Патриарх Кирилл возглавил Божественную Литургию в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Вместе с предстоятелем в этот день молились сотни прихожан, братья монастыря и высокие гости, министр иностранных дел Ливана Джибар Басиль, посол Ливанской Республики в Российской Федерации Шауки Бунасар. Инна Тихонова продолжит тему. Патриаршая служба прошла в главном соборе Лавры в Успенском храме. Традиционно предстоятели Русской Церкви совершают богослужение на Светлой Седмице в обители преподобного Сергия Радонежского, чтобы разделить радость пасхальной молитвы с многочисленными паломниками Троицы Сергиевой Лавры. Христос воскресе! Христос воскресе! В этот день читался отрывок из Евангелия, рассказывающий о посещении Христа Спасителя одним из тайных учеников – Никодимом. Обращаясь к нему, Спаситель произносит ключевые, очень важные слова. «Истина, истинно говорю тебе, никто, кто не рожден водой и духом, не может войти в Царствие Божие». Господь имел в виду, конечно, совершение таинства крещения, но не только. Святой Василий Великий, размышляя на тему Святого Духа и его значения для жизни всей Вселенной, говорит, что именно Святой Дух является источником, то есть причиной жизни вечной. Размышляя на эту тему, святитель Василий Великий говорит, что человеческие страсти также делают душу неспособной принять благодать Святаго Духа, как больной глаз не способен принять солнечного света. Вот это сравнение очень точное и очень правильно описывающее роль человека в спасении. Своей силой человек спастись не может. Только Святой Дух спасает человека и вводит душу его бессмертную в Божественное Царство. Именно этому событию из Евангелия и посвятил свою проповедь патриарх Кирилл. Он также отметил, что своими страстями и грехами мы можем закрыть душу от воздействия благодати Святого Духа, и тогда никакого Божественного Царства, никакой жизни души. Сегодняшние слова Евангелия от Иоанна открывают перед нами тайну нашего спасения, которая усвояется нами в том числе и посредством святоотеческой мудрости. И для нас, людей, живущих в 21 веке, это жизненно важное свидетельство. Потому что ничего подобного мы больше нигде не услышим. Ни в одной школе нас этому не научат. Кроме, конечно, школ духовных и религиозных. По окончании литургии вокруг Успенского собора состоялся пасхальный крестный ход. Это торжественное шествие является особенностью богослужения Светлой Седмицы и совершается каждый день. После всех молитв за усердное служение Церкви Божией к празднику Святой Пасхи патриарх Кирилл удостоил ряд насельников и клириков ставропигиальных монастырей богослужебных наград.